Здорово, товарищи! Сегодня у нас есть такая штучка, называется она судак. Как-то голова нам не принадобится, поэтому мы ее вырубим. Ее можно оставить на всякие рыбные бульоны, ухе и всякие варианты, где вы можете наслаждаться. Так, все это мы снимем вместе с этим передним плавниками. Это все, значит, можно ставить в сторону. Рыбу, естественно, изначально почистите там всякую чешевью. Дальше, значит, почистите живот, потрошите. Вот что у нас есть. Как-то, чтобы мы не мучились, мы можем это все и да сделаем филе, дорогие мои. Вот с одной стороны, вот у нас с другой стороны все это сделаем. Так, и как-то сейчас мы это все порежем. Вот у нас один филе, вот у нас второй. И это все вместе с головой можно оставить на какую-то уху. Или, не знаю, бульон, что вам удобно. Как-то я не люблю запах и кожу речной рыбы, поэтому я как-то уберу. Это очень легко и очень просто. Это мы все бросим. Затем тут у нас, видите, есть кость на животу. Как-то сейчас мы это все отстраним с одного филе. Тут у нас хороший кусок без кости. Дальше здесь это сделаем. Так. Это, естественно, не надо бросать. Просто когда делаете какой-то бульон или когда делаете супчик какой-то, первый сварите. Сделайте, значит, перво хороший бульончик, а потом мясо снимите с кости, пардон, и у вас получится такая штучка замечательная, значит, мясная. И, значит, это все ставим, где у нас есть голова, где у нас идет центральная кость. Рыбку ставим у какую-то посуду. Порежем лимончик и как-то, чтобы то все осталось плотно, свободно ставите, значит, лимон. Так, можно и с другой стороны. Вот оно. Что у нас происходит? Дальше, дорогие мои друзья. Тут нам принадобится лучок. Один, а второй и третий. Я думаю, что три лучка будет полностью достаточно на одного судака. Вот примерно там, сколько было, где-то 1,5 кило, 600 даже. Штучка была добыча у нас серьезна. Вот. Сделали мы, значит, лучок. Потом его мы порежем кольцами. Вот она. И, значит, нальем немного
Масла желательно, što bi bilo olivkovo, kak to na mnogo kruće palačice. Znači, nam nada ukladovat vest luk u niz. Tek. Što bi zakrili dno, ljubaja posuda, pa idiot kastrulja, vok, eto uže, bez razlice. Krijom, što bi lučok bistrije žario se, vario se, mi evo posolim. Tak što može mi da popjačim. Вот оно. Дальше мы возьмем наш филе судака и положим на лук. Дальше нам принадобится, дорогие мои, помидор. Так. Тут мы порежем помидор на три части. Сейчас мы сверху закроем помидорчиком наш лучок, рыбку. Нам тут принадобится немного стебель сельдерея. Как то сельдерей даст такой интересный фантастический запах. Вот оно. Добавим мы тут так сверху. Вот оно. Опять нам надо это хорошо посолить. Дальше вам я очень рекомендую да добавите внутри чесночок. Как то рыба пахнет тином. Как то чеснок нам тоже, значит, поможет, чтобы привели наше блюдо до нормального, замечательного вкуса. Заодно мы его раздавили, сейчас он будет пускать свой замечательный аромат. И уже можем, да, заведем плиту. И вот, товарищи, как у нас, значит, пошло то, что надо. Добавим чуть-чуть каперсов и сок из каперсов. Так. Затем, как то традиция на Адриатическом море, когда делаете бродет, добавить немного белого вина. Под рыбу идет, значит, исключительно белое вино. Красное вино, как то не рекомендую, оно слишком, значит, такое, жестковато. И тут у меня есть помидоры в собственном соку, значит, пропущенные помидоры. Как то сейчас мы то зальем, чтобы то у нас было красивенько. Чтобы у нас рыбка, значит, у этом соусу приготовилась. Пошевелите, дорогие мои, то так сейчас помидорчик внутри пропаднет. Но возьмите немного соли, посолите это все. Знаете, здесь пойдут любые ароматные травы и так дальше, но я сюда сейчас сверху добавлю чуть-чуть веточек с розмарином. Все это, значит, накроем и оставим на где-то примерно 15 минут. Вот, дорогие мои, сейчас как-то мы все прошевелили, помидорчик остается таким свеженьким, потому что овощи теряют, значит, свои витамины, витамин С, например, на пару уходит. Поэтому мы без фанатизма
Znači, eto se odelajem. Tak. Pa probajem. Eto, uže kislo saljono. To što nada. Рибу, конечно, не надо приваривать. Поэтому сейчас как-то все это выключим. Если вы любите чеснок, как я, добавьте обязательно немного. Вам понадобится одна, значит, глубокая тарелка. Как-то желательно, чтобы вы кусок рыбы вместе с лучком вытащили. Мне лично не надо как-то много. Я добавим это так. Мне кажется, что это будет достаточно. Добавлю, значит, немного этого прекрасного соуса. Так, еще одну ложку. Так. Затем, дорогие мои, я бы вам порекомендовал немного это все да накрутите. Так. Вот я бы вам порекомендовал чуть-чуть оливкового масла сверху. На горячее оливковое масло даст такой прекрасный запах. И, не знаю, хотите, например, какую-то зелень. Здесь, кроме петрушки, бы подошел базилик фантастический, потому что сочетание базилика и помидора – это уже всем известно. Чтобы все это было красиво, обязательно почистите тарелку. И вот, дорогие мои, хорошего добыча, свежая рыбка, овощи, диетальная еда. Я вам желаю приятного аппетита. Берегите себя. До свидания.